Всем привет! Сегодня мы будем делать на улице не совсем игру, а такое занятие интересное. Мы будем делать букет для дома из полевых цветочков, травки, растений, малинки. Вот. Давай. Для этого нам понадобится вот такая коробочка. Можно взять любую тарелку, скотч и ножницы или ножик. А скотч мы будем наделывать вот сюда. Скотч. Да, давай наделывать скотч. Да. Мы его будем оттягивать. Смотрите, скотчем мы делаем для того, чтобы вот такие вот полосочки, а потом сюда, для того, чтобы, когда мы будем ставить растения, они у нас не падали с боку на бок. Ну что, теперь мы идем собирать растения. Вот мы с Машей коробочку набрали разных полевых цветочков, травки. Сейчас будем делать из них букетик. Будем? Да. Делая такие букеты из полевых цветов, мы акцентируем внимание ребенка на том, что природа очень красивая, что надо ее ценить. И что даже из простых полевых цветочков можно сделать красивую композицию. Точки. Ты зачем туда засовываешь? Вот так, вставляй. Только не засовывай туда, так. Давай мы с ней засунем какой-нибудь листочек, давай. Давай. Вот, так. О, красиво. Да? Еще посой. Давай еще. Листочек. Это все, давай. Нет, вот сюда, чтобы он не упал. Все, у вас это красиво, да? Так, давай еще одну ставь. Подожди, я ножичком ее отрежу. Давай, ставь куда хочешь. Смотрите, какой букет у нас красивый получился. Опусти его чуть-чуть пониже. Да, вот так. Смотрите, какой красивый букет.
Правда, мы помучились с чашечками. Эта чашка тоже у нас течет, поэтому поставим его еще в другую чашку. Нальем воды. Вот такая красота может получиться у вас из обычных полевых цветов и травки. Всем спасибо за внимание. Пока!